И всем привет! Вы на канале Викуся Хэппи. И сегодня мы будем распаковывать вот такой бокс. Внутри там такая лошадка, и внутри еще в пакетике мармелад есть. Вот такая коробочка с лошадками. Тут попадаются пони у нас. И вот такие пони у нас могут попасться. А с кем ты рядышком? Кто с тобой распакован? Это Милочка. Не буди ее, пусть спит. Холодно, видишь, будет. Носик укрыла, Милочка запрятала. Старушка наша. Она у нас уже старенькая кошечка. Вот это сложно. Давай я помогу. Сложно открыть. А ты Милочку покопала. Расскажи, сколько ей лет? Ей 15 уже. Она уже взрослая, старенькая. Она меня очень любит спать. И уже потеряла 2 зубика. Да? Ага, у нее все молочные зубы. Ух ты. Вот такой пакетик с лошадкой. Ух ты, это смотрите какой. Кексики, карамельки. И пончики. И тортики. Какая упаковочка, что там еще есть? И мармелад. Может, там мармелад? Может, там конечно! А, ну, такой. Вот такой. О, разбудили. Ну все, давай открываем лошадку. Так, инструкция. Там вкладыш должен быть, да? Подожди. Конечно. Видишь, вкладыш? Ну, тащи. Доставай вкладыш. Я потом посмотрю, какая там лошадка. Какая-то там давай розовенькая. Быстрее. Всем же интересно. Давай. Не томи. Милочка смотрит в камеру. Ага. Ножнички. На. Интересно, как что же. Вот что тут будет за... Ну что? Какая! Я хотела розовую! Тише, кошку испала. Ты хотела розовую? Тебе попалась розовая лошадка? Она это такая пушистая, у нее грива вообще такая пластмассовая, ну, да. А у нее всё такое пушистое. А здесь тоже пластмассовая? Да. Она сама пушистая. А как ее зовут? Давай посмотрим. Розовая лошадка. Очередная красавица. А где она? Зодиуток. Что? Рою. Кто? Рою. Рою. Пони. А ну, на вкладыше. Так. Вот здесь почитай. А, да, вот она. Вкладыш. Смотри. Роя. Роиха. Рони. Пони. Каркар есть. Что есть за каркар? Ну вот, фиолетовый каркар. Потом еще, сейчас не вижу, плохо видно. Биби. Пони святочек. А наша поня. Просто пони. Пони? Пони. И карамелька, вон какая красивая есть. Как? И мармеладка есть. А какая ничего карамелька? Это серия, коллекция свитбокса, видишь, с этими, шоколадки, и тортики а, есть, я знаю, и зефирка, почему... сладкая. Я знаю, почему сделали такой пакетик, потому что это лошадки со вкусами конфет. Имена у них, да. Зефирка, вот смотри, какая может попасться зефирка. Смотри, у нее грива такая вся. Зефирка. Она фиолетовая. Фиолетовая и грива у нее вся. А я не хочу, чтобы такая попалась. Почему? Потому что она не нравится. Тортик это. А у нас просто пони. А у нас не просто пони. Я правильно прочитала. У нас просто пони. Ну такая классная серия. Карамелька.
Да. Шоколадка, а у нас... тортик, зефирка. Я ее назову карамелька. Кар-кар. Лошадку зовут Кар-кар. Как ворона Кар-кашка. И пони. У нас просто пони розовенький. А давай откроем мармеладку. Интересно, какой он. Какая же там? Мы уже покупали такие сюрпризы в Бердянке. Нам тоже какая-то пони попалась. Ну давай, открывай. Так. Ты Милку решила угостить? Аж кошка испугалась от твоих мармеладок, бросков таких. Все, отвернулась. В другую сторону. Нет, нет, там ничего нет. Выстрельнули вот карамельки так, твои. Вот, смотрите, они вот таких форм. Они ложины. Вот, тут есть вот такие вкусы. Они просто? Да. Нет, так они же формы рарные. Да, вот так, еще вот. Долька, вот апельсиновая, зеленая. Так, еще вот такой. О, вот апельсинка еще одна. Все? Да. Шесть штук? Ну, наверное. А пахнут? А, пахнут ароматно. Забираю. Так, сейчас я попробую. Попробуй апельсинку. Зеленая очень вкусная. Вкусная мармеладка. Так, давайте я тебе жёлтый. Ну, маловато, да? Хотела, чтобы этот бокс весь с этими мармеладками был. Ну, это другие боксы, наверное, уже должны быть. Правильно? Ну, все боксы такие, они с игрушками и с мармеладом. Угу. Там еще другие были такие боксы. И мы собираем такие боксы. Угу. Но мы лошадок собираем, не боксы, не коробочки. Не коробочки. Ну ладно, давай. Так. Это тоже вкусно, на попробуй. Вкусно? Угу. И что, если вы были на канале Викуся Хэппи, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик и напишите в комментариях, кто такие сюрприз-бокс открывал. Вот мы уже... Новую серию, которая вот вкусненькая, да? Да. Карамельки, пончики, тортики. Угу. Такие. И всем пока!